Друзья, всем привет! Раннее утро. Я постараюсь не так громко говорить. 5:30 утра. Друг у меня мимо едет в Эстонию. И товарищ, как говорится, завез мне немножечко рыбок. Красивых, интересных, но которых я хотел. Я пишу. И растений. Растения для вас готовы. Анубиусы. Ну, там 30 различных анубиусов. Эхинодорусы. Рубин. Которые я просто обожаю. Мне нравится, что стойкие растения хорошо растут, хорошо развиваются, хорошей корневой системой. И давайте быстренько. Ну и улиточек еще. То есть улиточек тоже не ретина. Там 5-6 видов различных. Ну, там не будем распаковывать особо. Там хельми такие. Ну, 5-6 видов улиточек. Улиточки я всегда тоже периодически беру, потому что не ретина, классные улиточки. Так, и тут пробежимся. Что это так у нас моргает от лампы, от света. Так, это, конечно же, у нас популярные. У нас есть неончики. Неончиков я немного у него попросил. Я говорю, слушай, давай мне 200 штучек голубых неонов. Надо, кстати, уже высаживать, потому что водичка чуть-чуть помутнела. Надо, чтобы рыбка хорошо себя чувствовала. И тут пошли, посмотрите. А это я у него гуппи взял, потому что с гуппи довольно сложно красивых найти. Это красные гуппи есть. Потом тут совсем это у нас были самочки гуппи простые, потому что хотелось таких простых самочек, потому что маленькие есть, меня не устраивали. Неончики у меня тут есть. И красный неон. Ну, красный очень маленький будет, мелкий. И голубой неон. Ой, сори. Вот, это у нас тоже гуппи, видите? Сейчас мы, может быть... Я так возьму, чтобы лучше было его видно. Вот. Ну, потом мы еще в аквариуме посмотрим. Мне просто хотелось, как говорится, показать вам чуть ли не с колес гуппи, чтобы вы видели вместе со мной. Можно сказать, открыли коробочку. И вот какие шикарные, да? Вот эти черные. Я хотел именно черные гуппи найти. Нигде не мог. И у товарища развел. Подрастил и говорит, слушай, Андрюх, я тебе привезу. Я говорю, огромное тебе спасибо. Супер. А это у нас неончики красные. Ну, еще малюточки. Сейчас мы их выпустим в наши аквариумы. Сюда, конечно, выпускать барбусом не буду. Сегодня чистил, менял водичку. Поэтому стекло такое. Там барбусы суматранские, мутанты. В последнем аквариуме неончиков чуть-чуть голубых есть. Может быть, к тернешкам выпущу. А гуппи выпущу вон туда. Там, где у меня малыши из калярии. И, кстати, гуппи даже эндлеры. Гуппи вместе с ними плавают. Тут у меня сиамский водорослеед. Уже камень был такой с бородой конкретно. И улиточки Хелена почистили. И лисички. Кто сиамский водорослеед называет, кто лисички. Раньше было много-много улиток. Несколько запустил улиток Хелен и избавились. Чистота. Кстати, вот еще есть парочку яиц. Одна большая, вторая большая. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас у меня есть еще занятие. Надо выпустить улиток, высадить растения. И, как говорится, работа сделана, можно ложиться спать. Вот так вот, ребят. 3-минутный ролик. Быстро вам показал, рассказал, сделал отчет. Ну, душе спокойно. Спасибо, ребят, что смотрите, подписывайтесь, поддерживайте мой канал, пишите комментарии. Вот такой вот лайк вам, друзья. Всем пока.